Идем к очень интересной бане. Как раз таки ребята приехали из Челябинска. А это от Суздали, получается, примерно 1700 километров. И привезли очень классную баню. В общем, я был удивлен и поражен в самое сердце. Это компания «Астрой». Ребята приехали из Челябинска, прям заморочились. Давайте посмотрим, что за баня, и потом пообщаемся с ее руководителем. Встречают нас вот такие вот распашные двери, то есть когда прекрасная погода, сейчас светит солнце, мы открываем, и баня у нас получается сразу увеличивается на квадратуру, которая идет перед ней. То есть нет ощущения того, что это отдельное какое-то закрытое помещение. Давайте зайдем вовнутрь. Встречает нас вот такая вот конструкция. Это, я думал, душ, либо кладовка, либо еще что-то. Ребята сделали здесь полноценный санузел. Мне прям очень понравилось. Везде темное стекло. Стекло получается с обработкой. То есть, с одной стороны, матовое, оно непрозрачное. Очень классно. Далее, наверное, назовем эту часть помещения. Это чайная. То есть, мало каких передвижных бань имеет зону отдыха, где можно спокойно сесть, попить чай, пообщаться, отдохнуть и прочее. На стенах у нас дуб. Дуб с корой. Дуб зашит, получается, как необрезная доска, фактически. Мне дико понравилось, как сделали ребята наличники. Очень круто. Вот все вот эти вот моменты, то есть это стандартные дверные коробки, вот наличничек, вот наличничек, вот наличничек. Здесь вот прям, знаете, внимание к деталям очень хорошее. Неброская электрика, то есть все выполнено в черном матовом стиле. Точно такие же крючки, там санфаянс. Здесь есть водонагреватель, здесь будет комфортно, ну, по сути дела, находиться. Далее, это слева чайная зона, справа у нас идет душевая полноценная. Здесь стоит небольшое обливное устройство, не будем говорить какое. Душ, то же самое черное, принудительная вытяжка. Посмотрите вот на этот стык. Сохранили все сучки, сделали выпилы. Вот это уровень. И, конечно же, правильная печь. А какая печь в правильной бане? Конечно же, печь «Атмосфера». Давайте зайдем в парную, собственно, в сердце этой бани и зачем это все делалось и сотворялось. У каждой бани есть, знаете, такая своя душа, своя энергетика. Вот внешний вид и внутреннее убранство этой бани — это, знаете, такая прям мужская берлога. Здесь все строго, функционально, красиво, ну и круто. Я сижу на полке из термообаши, это доска 32. Полок очень классный, оптимальный по высоте. Здесь любому пармастеру будет работать, но можно чуть-чуть пониже. Примерно 5 сантиметров было бы классно. Если гость побольше, ну, то есть имеет объем в талии, то придется все-таки задирать руки. Отделка — это дуб, а потолок — это спилы можжевельником, но не как мы привыкли, как они пятачками идут, а полноценные куски веток либо стволов. Печной угол здесь выполнен из натурального камня змеевика, и черт побери, я когда увидел оформление потолочно-проходного узла, я прям аж слезу пустил. Здесь второе дыхание, причем второе дыхание сразу идет с правильной веточкой. Это пихта, чуть-чуть обдали ее кипятком. Подушечка, в которой будет комфортно лежать. Смеситель, горячая холодная вода. Слив, трапик идет, причем от душевой зоны. Сделали классно, что эту баню можно убирать фактически чуть ли не керхером. При небольших габаритах бани парная здесь достаточно просторная. То есть фактически два человека могут спокойно работать, не мешая друг другу. Давайте посмотрим на сердце этой бани, на сердце этой парной. Печь ребята выбрали атмосферу комбинированную. Во-первых, у нее сочетание змеевика, наружной сетки, печного угла тоже в змеевике. Во-вторых, по объему она идет, ну, наверное, оптимально для этой парной. То есть это она не мощная, а вот именно чтобы получать качественный прогрев, качественный пар,
и, ну, наверное, удовольствие от бани. Внешний камень у нас выбран кварц белый. Очень здорово оттеняет и перекликается вот как раз таки с оформлением пола. Здесь плитка светлых тонов. Я бы добавил только на трубную сеточку обязательно, а не сэндвич трубу. Ну и в целом, наверное, это все. Больше здесь ничего нельзя и не нужно переделывать, ну или дополнять. Классная парная. Я вот нахожусь здесь, и мне мало того, что мне комфортно, уже потеешь. Хотя печь не вышла на режим и топится чуть-чуть-чуть. И уходить не хочется. Вот это здесь, когда сюда заходишь, это правильная баня тем, что попав сюда, не хочется отсюда уходить. Здесь классная атмосфера. С нами Денис, руководитель компании «Астрой», который, собственно, воплотили этот проект. Во-первых, огромное спасибо за то, что нашу печь поставили в такую крутую баню. Баня, ну, действительно продуманная. Здесь не добавить, не убавить. Давайте спросим, зачем ее сделали, как ее сделали, что они вообще могут делать? Сделали ее в рамках фестиваля, чтобы показать, наверное, людям, что можно делать не просто там кедр, липа, есть масса еще материалов, потому что люди, к сожалению, об этом не знают. Вот. Да, они, наверное, стоят дороже, но они долговечнее гораздо. Вот. Они тактильно ощущаются гораздо лучше, они визуально выглядят лучше. То есть хотелось вот именно этот момент показать людям о том, что есть масса, да, материалов, и, соответственно, показать, что мы умеем. Вот. Привезли специально баню, там 7 метров сделали ее на 2,40. Она может приехать к вам в течение там, 20 минут, прийти уже там, да, в режим работы, так скажем, пару поленьев, и у ребят прекрасная печь. Вот. Им тоже большое спасибо. Конечно же, главный вопрос, когда проектировали баню, почему выбрали печь «Атмосфера»? У меня у товарища, у родителей поставили вот эту печь. Вот. Мы не единожды были в этой бане. Вот. Немножко париться мы сами умеем. Вот. И, соответственно, как бы отзывы всех, кто в этой бане был, говорят о том, что печь реально крутая. Соответственно, при выборе, что мы повезем на Банифест, мы, соответственно, ну, долго не думали, потому что отделка дорогая. Вот, и баня, ну, в бане должна быть хорошая, дорогая печь, вот, которая долго будет служить, которую не придется там через 2-3 года прогоревшую менять. Вот, просто реально классная печка. Для классной бани? Для классной бани. Вам успехов, новых бань, интересных проектов. Надеюсь, что будете выбирать правильные печи, и баня будет у них своя атмосферная. Как, кстати, баня называется? Эта баня называется «Эверест». Эверест? Да. Ну, кстати, вот, по горам можно определить, что это Эверест. Спасибо большое. Вам спасибо.